чё? Ну и обгони ты меня на своем Лифоне, Бризе. А мы едем на Kia. Вот, Kia. Сейчас расскажу про эту машинку. Вообще она известна во всем мире. Kia не только делается в Корее. В Корее, кстати, Mentor она делается. В Индонезии она Timor, не Tumor, потому что Timor это остров, вот, а Tumor это опухоль. Вот, опухоль здесь, естественно. Вот, потом она делается еще и везде, как Шума. Вот эта машина, это Спектра. Вот. Дело в том, что первое поколение, она же, продолжение как Mazda фамилии, вот, сделана была именно Kia. Вот, двигатель Kia, который здесь стоит, 1,6 литра, это образца 92 года. Вот. Кстати, насчет двигателей, насчет размеров всего остального, да? Не такие большие количества двигателей были, 1,5, 1,6 и 2-литровые, лошадей там не было вот таких вот. Вот. И даже вот эта машина, которая сделана в Америке, и для Америки она сделана, это второе поколение, с 99 по 2003 год делалась она в Америке. Вот. Она имела двигатель 2 литра. Мы сейчас едем на 1,6, и это, естественно, автомат. Вот. Что же касается внутренности салона, да, я бы посмотрел и думаю, что внутри салона и внутри багажника это то же самое, что Ford Taurus. Ну, по размерам примерно то на то и получается. Вот, сегодняшний Ford Taurus это большой автомобиль, а тогда это был, ну, небольшой семейный седан. И вот как раз Kia Spectra, по-моему, немножко его сдвинуло с этого направления, и он начал увеличиваться в размерах. Вот, потому как, во-первых, багажник, мне еще багажник сильно понравился, туда спокойно ставится газовый накопитель, вот как он у меня ставится, и тогда 1,6, и вы вообще деньги не тратите. Конечно, если вы не начинаете газовать, потому что если начинаешь газовать, то все, это не очень хорошо, хотя на газу все-таки выгоднее. Вот, машина, естественно, прекратила свой выпуск в Америке, да, сейчас там Шума, и вот это все остальное делается. То есть в России что интересно, да, мы продолжаем покупать и Kia Spectra, и Kia Шума, а все это одно и то же, по сути-то. Вот. Потому что эта машина у нас продолжала до 2011 года выпускаться в Ижевске. Вот. Эта машина тоже сделана типа из Америки, потому что два циферблата. Большой километр и маленькие там Найлзы. Вот. Вот как бы мы 60 километров едем, больше это по сути-то и не надо, и суперовски. Вот. Конечно, хотелось бы на такой машине продемонстрировать. А снял я эту машину, естественно, из своего замечательного Линкольна Континенталя с полностью пневматической подвеской, поэтому движняк такой классненький, да? Ровненько, колеса еще поменял. Вот такая машинка. Вот. Машины такие продаются на центральной городской ярмарке. А машины такого года, сейчас будет вам смешно, в Америке стоит $1500. Ну, по-нашему это 70 тысяч рублей. Вот. У нас эта машина 2008 года, ну, 270 тысяч рублей. То есть, если там, ну, там вы не сможете такую машину брать, потому что она в 2003 году завершила свой выпуск, вот, та Kia Spectra, а теперь немножко все по-другому. И вот, представляете, Шума. Ну, то есть, две разные вещи. Вот, если брать по времени, то сейчас это примерно, ну, примерно на 7-9 тысяч долларов. 7 тысяч долларов там, плюс растаможка, ну, вот оно то и получается. То есть разницы особой-то и нету. Вот, да, мы ездим на старых машинах, ну и чего? А почему бы и нет? Кстати, не только мы ездим на старых машинах. Вот, она в Каире производится, Arab American Vehicle. Вот, там есть такая зона 51. Там еще семерки наши производятся. И вот такая машина. Вот. По общим ощущениям, честно говоря, она мне вот достаточно давно нравилась. Вот. А вы сейчас, в принципе, можете прийти на центральную городскую ярмарку, да, там авторынок хороший, вот, работает круглый день. То есть выбрать себе можно машины, любые. Вот. Машина здоровская, да, мне она действительно понравилась. Понравится ли она вам, я понятия не имею, потому что
Вы знаете, вот я подписываюсь, да, вот видите, Челейкин на YouTube, да. Вы, кстати, можете туда зайти, потому что более чем никто, кроме меня, не слил туда сюжетов про Магнитогорск. Представляете, 1500 сюжетов. Ну, рекомендую посетить это местечко. Вот, возможно, вы посмотрите то, что я раньше снимал. Возможно, вы не сможете что-то понять, потому что, извините, это долбанный YouTube, и мне там приходится звучком перемикшировать то, что я раньше снимал. Ну, посмотрите хоть картинки-то. Вот. И там, естественно, есть не только эти сюжеты, есть и то, о чем рассказывать нельзя. Ну, это ваша проблема. Вот. Так что смотрите не только телеканал «Звезду», где я показываю про вот эти машинки, которые представлены центральной городской ярмаркой, но и еще все, что возможно, другое.